Ну что, друзья, всем добрый день. Мы на газовом форуме. Меня зовут Марина Унгурян, директор брендовой компании «Четра». Ирина Машенькина, директор по продажам. Привет, Ирина. Ну и заместитель главного конструктора тракторного завода Андрей Чаранев тоже с нами. Первое, хочу сказать, гордость за «Четру», конечно. И самое частое, что мы сегодня слышим про наш «Четра Т-11», это красавчик. Произвели глубокую переработку конструкции под газовое топливо. Помимо, собственно говоря, газового дизеля, здесь установлены два криогенных топливных бака. Для того, чтобы установить баки общей емкостью 750 литров, пришлось изменить конструктив. Это и гидросистема, электрооборудование и прочее, и прочее. При этом не менее 10-12 часов работы будет обеспечено одной заправкой. Т-11, конечно, большая машинка, но самая большая машинка здесь вот этот вот огромнейший вертолет. Сейчас посмотрим, что там внутри. На пассажирскую версию и на авшу. Знакомлюсь с мужчинами выставочными. Якобы вот сейчас мы ему помашем, и он должен как-то реагировать. Ну давай, дружище, давай, растай. Может его как-то разбудить? А, смотрите, не запись, да? Все-таки есть у него живая реакция. Это запись. Так, в общем, коллеги, вот такие здесь экспонаты. Много разных производителей есть такие, которые производят костюмы для космоса. Направо, Марина. Посмотрите, как интересно стенд оформлен. Экран выгнутый, красиво, как труба. А вообще, ну вот на сегодняшней выставке быть не на газу, это такой моветон, в общем. Все на газу, присоединяйтесь. Как мне дороги подмосковные вечера. Застройка в виде вот такого домика деревенского. И печка тут с чугунами, вот так можно заглянуть даже в комнатку. Ух ты, боже мой, какая красота. Мы решаем задачи любого уровня.